Так, ну я с интересом жду, что вы скажете. Поделитесь, пожалуйста. Давай, Богдан, пожалуйста, слушаю. А, да. А мы все равно втроем здесь. Сейчас я, получается, вас первых как бы завершила из-за того, что я вышла некорректно. Окей, так уже отписывать или, ребят, подождем? Давай начинаем, потом другие подключатся. Окей, вот у нас с Валентиной было такое, что отпечатывали состояние фокуса на состояние Творца. То есть у меня было легкое волнение и тревога, и Творец в качестве Валентины то же самое описывал. Вот. И мы сделали для Валентины еще проверочную работу, проверить. Состояние было очень похоже, но вот больше было стихии огня. И что и подтвердила тоже Валентина, что она чувствовала манипуру и огонь чувствовала в руках. Чего не путаю? Да, вот. И вот там огонь, волнение, тревога там, там. И такое как будто внутреннее состояние как бы влияет на нашего внутреннего Творца, что ли. Хорошо, интересно. Да, интересно, я хочу добавить то, что вот при открытии, да, когда ты готов пропускать эту энергию, то реально она проходит. Вот когда я озвучила, что такое ощущение, что Творец пытается через меня пройти вот этой вот силой, да, то есть если одинаковое состояние, то как будто бы я считываю и пропускаю. И тут Богдан говорит, да, как будто бы я прохожу, да, вот это вот мое движение. То есть, знаешь, как будто бы сейчас проявилось желание движения, вот прям импульсы вот в движении идти. Сейчас говорю, опять то же самое ощущение внутри. Интересно. А можно доделать работу? Да. Да, ага, нас троих забросить еще мою Да. работу. Надо закончить. Но мы на таком Заканчивайте. прервались. Да. Заканчивайте. Ты нас забросишь, да? Не, здесь прям заканчивайте. Ага, хорошо. Вы же здесь все сейчас есть? Да, где наша Заканчивайте, Леночка? заканчивайте. Я Лену не вижу. Лена, появись. Лен, появись, пожалуйста. Все, Лен. Так, я говорю, да. Я хочу сказать, что мне не нужны эти рыночные отношения. Я всегда по-другому, да, ну, мне не надо что-то сделать для меня, чтобы заслужить любовь. Да, она всегда у тебя есть. Ну, мне это непонятно. Когда я это слышу, я не понимаю, про какие рыночные отношения Ну, как идет речь. заслуживаешь, знаешь, вот я сделаю то-то, а ты мне то-то. Ну, я в себе такое не чувствую. Вот у меня вот это вот ощущение, что и прямо мне от этого вот я становлюсь каким-то таким. Ну, расчетливым, что ли? Инга, скажи этому да. Может быть, тебе нужна эта часть сейчас. А ты просто ее не видишь и отрицаешь, понимаешь? Она может быть тебе сейчас крайне необходима. Я Скажи, что говорю, да, я вижу тебя, я принимаю тебя, конечно. я Особенно, вижу. если мы чего-то в себе не видим, может быть, это нам сейчас очень даже нужно. Не Понимаешь? надо ничего заслуживать, просто живи, живи, радуйся. Вот я все тебе дам. Вот это вот мне хочется сказать. Это что же иллюзия, понимаешь, он тебе это обещает, она тебе все даст там, ну конечно, да принимай. Но я, да, я вижу, я принимаю и говорю, да. Да, может, действительно мне нужны рыночные отношения на самом деле. Конечно, ну конечно, потому что нет ничего такого, что нам было бы не нужно. Сплошной Лучше что-то альтруизм, да? отрицать. Конечно. Знаешь, когда вот ты сказала, что принимаю, у меня появилась сила открыть глаза и поднять голову. То есть у меня тогда сила прибывает. Одна из наших иллюзий. Я такой духовный, меня это не касается. Это иллюзия. Так же, как почему мы говорим про вот этот сериал, там, да, давайте расширять свое сознание. Во мне есть все.
Понимаете? Чем шире, тем игривее я становлюсь. Понимаешь? Тебе не обязательно зацикливаться на какой-то из этих ролей. Вообще же нет, понимаешь? Вот. Легкость в том, что я могу это принять. Ну, как бы, да, хорошо, ладно, окей. Сегодня я буду этот рыночный торговец. Ты мне, я тебе. Почему нет? Давай так. Как дети, да? Вот как они. Ну, давай, колесю. Да. Они же соглашаются, они же не могут оценить, это выгодно или невыгодно. Они просто верят тебе и все. Ты просто опыт какой-то приобретаешь. А вдруг ты что-то с этого такое духовное получишь, понимаешь? По балде получишь, кому-то поверишь, что-то там пойдешь, а оно неправда окажется. Но, знаете, когда я вас слушаю, у меня вот сердце щемит меньше, а вот, ну, аж в шее вот это ощущение такого какого-то штыря в шее остается. Но у меня, мне уже комфортно, я могу сесть удобно, я уже как-то вот расположилась. И вот как-то я как вот холю или лелею вот это в штырь в шее. Как-то я вот о нем очень забочусь, чтобы он там был. Боже, вот я когда слышу тебя, я тоже не понимаю, что это, про какой Пока, штык. пока, но я говорю этому да. Говорю этому да. Ну, мне хорошо сейчас, когда вот согласилась, перестала упираться. Ну, думаю, что можно заканчивать. Скажите еще что-нибудь, уже шею попускает, ну что-то еще. Да, у меня тоже затылок тут отпустило, стало Не, у меня легче. хорошо. У меня хорошее состояние. Инга, скажи, что я принимаю в себе те качества, которых я не видела раньше. Я принимаю в себе все те качества, которые раньше не видела в себе. Оно как на плечи опустилось, как-то как тяжестью на плечи опустилось. Я говорю этой тяжести да, я принимаю. Я говорю этой тяжести да, и я ее принимаю. Ну, меня попускает. Ну, как-то я как жду чего-то от Бога. Я на Творца я смотрю и Я принимаю свои ожидания от Творца. Я говорю этому да. я принимаю свои ожидания от Творца и говорю этому да. И здесь прям уходи в поклон, да? То есть, да, потому что нам надо принять, что мы ждем. Понимаете? Мы очень часто находимся в этом состоянии ожидания, что кто-то, понимаете? Потому что мы взращиваем внутри себя осознание, что этот кто-то и есть ты. Но иногда нам кажется, что этот кто-то, он кто-то. Он какой-то, он кто-то этот муж. Кто-то это какой-то или твой ребенок. Или кто-то это какой-то твой там друг, знакомый, какая-то твоя работа. Это не ты. Вот сейчас успокоилась, и такое, как соединение с собой, очень сильное происходит. Я принимаю, я говорю себе да. Я говорю себе да. Такое какое-то спокойствие, умиротворение наступает. Потому что Как у меня тоже. как только мы начинаем думать, вести себя как духовные люди, то все это тупик. Как знаешь, я позволила себе позаботиться о себе.
Ну, конечно, это 100% об этом разрешит себе закрывать себе свои потребности. И это прям так, знаешь, слезы наворачиваются, ну вот, что раньше не разрешало, а сейчас разрешено. Очень хорошее состояние благости. Я прямо засыпаю. Какое-то умиротворение, такого спокойствия. Мне как перед глазами что-то ушло, так очищение произошло, как будто бы. Иллюзия улетела, понимаешь? Кстати, за иллюзию, за растворение иллюзии отвечает как раз Махадев. Бог богов, вот этот Махадев, Шива, он отвечает за творение иллюзий. Если вы чувствуете, что вы многого себе не можете позволить, да, потому что вы очень духовный человек, то как раз хорошо напевать вот эту вот мантру его, вот этого. Ом намо Шивая, Ом намо Шивая. Я знаю. Да. Это очень хорошая такая практика, вот когда чувствуете прям, что вы в очередной иллюзии, там что-то себе придумали, я духовный, я расстановщик, там, да, или там я там всех спасу, там, или я там все это самое, что Ом намо Шивая, потому что это такую тяжесть внутреннюю создает и удерживает нас опять в этих каких-то рамках, новых какой-то роли, ограничений, вот это вот. У меня от этой мантры я просыпаюсь. Что происходит? Меня как раз и так выкидывает из моего умиротворения. Хорошо. И, кстати, у меня вот энергия пошла. У меня как сила есть теперь. Я такая бодренькая, живая. Отлично. Я предлагаю здесь ставить точку. Благодари за работу. Вот. И давайте, чтобы мы в 10 закончили, поделитесь инсайтами, кто что чувствует, кто что хочет сказать, и я вам дам домашнее задание на завтра. Девочки, благодарю. Я тоже благодарю. Инсайты. Ой, были. Можете писать инсайты в чате. Если сейчас в таком состоянии не хотите, ну, да, вот хотите, Не хочется говорить. значит, я вас очень прошу, у нас открытый чат. Как только вы почувствовали, что это уже проросло, и вы можете это написать, давайте это будет пространство инсайтов. Делитесь. Ну, не 508 комментариев. Здравствуй, там, Этери, как там, все-все. А вот эти вот суть. Суть, ради чего мы собрались? Мы не собрались для того, чтобы как бы новых друзей найти. Мы собрались духовным опытом поделиться, да? Вот. Потому что новые друзья — это новая карма. Спасибо, как бы, я думаю, нам с вами достаточно, чтобы мы наработали все друзей, всех этих историй. Просто делимся духовным переживанием. Это ценно, потому что через это вы можете обогатиться очень серьезно. Значит, смотрите, домашнее задание на завтра. Хотя бы один раз соединиться с небом. Да? Посмотреть на небо. Да. Ощутить. Просто посмотреть, настроиться на небо, Да. Ощутить свое вот это тонкое тело. которое На небо. прямо в небе, и где оно, через сколько сантиметров от нас. Вот ты поднимаешь глаза, и ты видишь. Вот все, что ты видишь, это твое тело. Огромное тело. Тонкое тело, да, это голубой цвет. Твоя форма — это форма облаков, которые над тобой летают. Можно уточнение? Просто мне вот терминология, например, тоже Писаревой более знакомая. Ангельское тело это какое? Это эфирное, я так понимаю? Скажем так, ангельское тело — это самое низкое из наших высоких тел. Ага, все, я понял, о Это чем вы. самое То есть оно вот низкое так вот из тех. вверху, это, а дальше еще больше. Да, это самое низкое из наших всех высоких тел. То есть это первое тело, самое низкое, высокое тело. Я понял. Ну там же в Теосовском, там же каждое тело делится еще на 7 подуровней.
Там очень много уровней. То есть, Да. это вот, значит, второе задание. Подожди, еще скажи, цвет неба это что? Я же записываю. Это тело, наше тело тонкое. Не, Ангельское. твоя форма это форма облаков, а цвет это что? Ну, цвет это цвет. Цвет это и есть, это тело, а форма это форма облаков. То есть какую форму ты на данный момент имеет. Потому что форма же может меняться в зависимости от состояния. Вот, то есть привыкнуть соединяться с этой энергией, хотя бы раз в день это делать. То есть вот с ребенком вы там на улице дали, вы там, не знаю, там за спичками вышли, там оп, Ок. хотя бы там минут 5-10 соединились. Ну, можно меньше, хотя бы, можно лучше больше, чем меньше. Второе, значит, привыкните засыпать и просыпаться с мыслью о том, что вы соединяетесь с Творцом. Когда вы засыпаете, вы представляете себя вот этим лучом света. Вот тут помните абсолют в центре картинки, помните? А сердце Творца это солнце. То есть вот представьте, что вот вы луч, вы погружаетесь в это солнце. Буквально как бы с просьбой к Творцу обращаемся, что Внутрь, да, вот в это солнце. да, что Творец, я это едино, я прошу тебя на всю ночь взять меня в твое сердце. Ну, меня, твою семью, там, хоть всю свою вселенную просите, то есть, потому что это и есть вы, по сути. Вы ваша высшая форма. Вы к ней обращаетесь. И когда вы просыпаетесь, тоже мысленно, ну, лучше вслух. Даша, можно еще раз повторить? Я и Творец едины. Я погружаюсь в Навсегда, Твою. навсегда, навсегда. Ну, значит, ладно, давайте так, тогда запишем формулировку. Отец Небесный, я отдаюсь, отдаюсь, отдаюсь тебе навсегда, навсегда, навсегда. И утром, и вечером. Да. Просто привыкните к этой мысли. Зачем мы это делаем? Чтобы выработать в своем сознании, в поле своего понимания, что все, что бы с нами ни происходило, вот мы заболели, первое, что мы начинаем делать? Лечиться. Ну, мы с вами говорили, да? А лечиться это принятие или непринятие? Это непринятие. Вот что бы с нами ни происходило, голова у вас болит. Хоп, соединились с энергией Творца, и я принимаю свою головную боль. Понимаете, когда вы всегда внимание обращаете в свои высшие тела, вы ускоряете отработку кармы. Вы ускоряете отработку кармы. То, что вы могли бы проживать 10 лет, вы это проживете за 3 года. И если в этом сценарии вас бы сбила машина, то у вас просто будет головная боль. Вот как это работает. Это автоматически начинает работать на вас, ваших детей. Нужна эта вещь, как вы думаете? Конечно, это жизненно необходимая вещь. Потому что, как вы думаете, где находится этот злодей, который создает нам негативную карму? В мозгу. Он вот тут находится, да, ручки. На. Вот они. И в первую очередь, через что это? Такого не может быть! Я такого в себе не знаю. Я духовный человек. Я 5 лет занимаюсь расстановками. Вы что такое обо мне сказали? Подумали еще. Я и деньги это вообще это. Деньги это низкая вибрация. Я духовный человек. Вы понимаете, что в первую очередь я работаю, потому что мне Бог так сказал. Понимаете? Не, ну Бог действительно, может быть, сказал. Но Бог ли тебе это сказал? Вот это надо уже проверить. Тут мы это уже можем посмотреть через расстановку. Ну, как бы я немножко утрирую, потому что тут, понимаете, ну вы сами понимаете, это очень тонкая грань. Вы же видите, да, какие все эти пути, какие они нелегкие. Тут можно находиться в ловушке собственных иллюзий. Вот, и это нормально.
Мы все находимся в иллюзиях вообще-то. Ну, как бы вот, я только с утра до вечера и отслеживаю свою какую-либо очередную иллюзию. Знаете, когда я говорю, ты-ды-ды-ды-ды-ды, какой-то план, что-то там ты придумал опять. Это ужас. А еще же я этот Марс. А раньше, как я что-то придумала, бедная моя семья. Даша что-то опять придумала, какой-то проект, все, семья вся на нее работает. Ой, понимаете. Поэтому это очень интересный опыт. Я чувствую, что вы невероятно мощная вообще группа, что вы невероятно мощный поток. С этими словами, друзья, я вас обнимаю, я всем вам говорю «да». Вот. И жду ваши духовные инсайты в чате с фотографиями. Можете фотографировать свое вот это вот ангельское тело. Что вы там видите, какие-то интерпретации. Вот это на ура принимается супер. Вот. Спокойной ночи. Вот это. И до завтра. Завтра с вами работает Ирина Германовна, скорее всего. А вот сколько это 12, который, да? Нет, завтра также вечером, а потом в субботу на 9:30. То есть Куда-то вечером. Ага, все, подходит. завтра группа вечером. Ну, Утром также вот жду. 19, да? Также, да, по Киеву в 19. Утром жду ваших фоточек, ваших ангельских. Все, благодарю. Да. Опа. Пока-пока. Ангельских мордочек. Все, друзья, спокойной ночи. Засыпаем с Творцом. Благодарю. Со Творцом. Теперь у вас новая личность появилась, Творец в вашей жизни. Я думаю, вам будет его достаточно. Все. Спокойной ночи, друзья. До Да. встречи. Спросите потом запись, да, в группу. Конечно, завтра утром запись будет. Но я не обещаю, что прям там в 9 утра. Ну вот. Спасибо. Думаю, к 11 будет. Все, удачи всем. Благодарю всех. До встречи. Благодарю, до встречи.